стрим по сбору вещей. Там ничего интересного нету, я просто буду собирать трусы, футболки, носки и все такое, и всякие провода. И вот этот вот ноутбук. Вот этот вот ноутбукич, на котором, может быть, у меня получится подрубить какой-нибудь стрим, но это очень вряд ли. Так, погодите, я хочу посмотреть модель его. Просто в интернете ее найти. Модель, номер. Так, ну это же не оно вроде, да? Стрим-сапёра? Ну вот да, типа я примерно только такое и смогу. Если вообще получится подрубить, только такое бы я и смог бы стримить. Так. Я все еще просто не понимаю, типа, я его покупал когда? Ну тут нормально, рейтинг 4.7. Алло. 8 гигов оперативной памяти. Intel Core i5. Блять, у него видюха 1050. Все встало на свои Спасибо, места. Спасибо, стримлер, я съебала из страны и нашла работу, пока на фоне играли твои стримы. Думайте, на Артик нарисовала так, как появился новый планшет. Поздравляю. Свечу ясно. Поздравляю тебя. Спасибо за донат. Бигзур Ахмед. Блять, это как у меня основной комп Библитумб. Братуха, я тебе не завидую. Но тут в любом случае это еще и обрезанная какая-то типа версия. Этого ноутбука. Ну, в смысле, видеокарты. Короче, вот он, я так понимаю. Только на моем... Там, о, ну как, это вообще так-то катен? На нем еще батарея не работает. Вот. Он только от сети работает. Потому что иди ты нахуй, вот почему. 10.50, блядь. Он шумит просто, как, я не знаю, как жигуль какой-то. Жигули же шумные. Цена брал за 50 тысяч, блядь. Цена это плюс. А, ну вообще это 2020 года. Ну я его где-то за 60 брал. Открываем двухнедельную арку политики. Игры в Watermelon Game из Набережных Челнов. Да не, проблема в том, что в Челнах еще и нет хуёвый у меня дома. Так что все равно вряд ли. Вот мне интересно, допустим, за 60 косарей, что сейчас купить можно? От 50 до 70. Видеокарта. Тут как-то можно выбрать видеокарту? Модель дискретной видеокарты. Ну-ка. Смы. Только 4, и те 20-50 будут. Уф. Применить. Блять, они выглядят все одинаково. Почему они все одинаково выглядят? RAM 8 гигабайт. А, ну так за эту цену тут примерно тот же самый ноутбук и продается. Пиздец. Не берите, ребята, не берите. Это ошибка. Вот когда в достоинствах пишут MCI Center, когда в достоинствах пишут, блядь, программу, которая предустанавливается разработчикам для того, чтобы менять подсветку, значит, ноутбуки мало достоинств. Так еще и, блядь, за 60 косарей, охуеть просто. Серьезно, такое ощущение, как будто ноутбуки можно покупать только если они выше 100 косарей. И типа, или просто это не имеет никакого смысла. Либо типа тысяч за 20 брать ноутбук, либо тысяч за 100 плюс. Потому что все, что между, это просто бред какой-то. Дебил, спасибо за 100 рублей. Привет, стример. Интересная история вышла. Познакомился на твоем стриме с девушкой. Встречаемся уже 2 года. Cat Kiss. Насколько мне известно, тут даже люди и женятся, и замуж выходят, и чё там только я не слышал уже, каких историй.
Вот. Это не призыв к действию, это просто как бы интересные факты ВКонтакте. Мой комп 100 плюс стоит. Речь-то про ноутбуки идет. Ноутбуки, ясен пень, они будут дороже стоить за такую, такие же типа спецификации. Так, только идите нахуй, не надо устраивать это, блядь, в какой-то дайвинчик или типа так. Подождите, чё? У меня есть подписчица, которая уже от подписчика родила, они, кстати, оба с твоего канала. Это странно. Ну, в смысле, не странно, но... Ну, типа, для меня странно. Плюс чомик. Рожают новое поколение зрителей. Да, все верно. Когда все здесь превратятся в дедов старых, и у них не будет время смотреть стримы, вот, сюда будут приходить новые чомики. Свежие силы. Отлично. Сука гейм, спасибо за 250. Аноним, спасибо за 100. А ты с Цири вместе поедешь? Нет, конечно. Ты чё? Недавно брал ноутбук за 24К, вроде танки работали нормально, решил его разобрать, а там все на скотче держится, Эвейр. Как за 24К можно вообще... Я мамке покупал свой ноутбук, но это правда было лет 6 назад, но тоже он типа 1020 стоил, просто для того, чтобы там интернет был. Типа в браузере, чтобы сидеть, можно было там, типа, всякие вот эти ВКонтакты, Одноклассники там и прочее. Так его сейчас запускать, и он запускается реально минут 10, я не шучу. Серьезно, типа, ты вот от момента, как ты включишь ноутбук и откроешь браузер так, чтобы ты уже мог там что-то делать, пройдет 10 минут. Я не шучу. Представил первое сообщение. Привет, тебя мой папа посоветовал. Не оставляй ее одну в квартире на 18 дней, а то будет такое. Блин, что, серьезно? Реально? Сегодня ходил в ДНС чисто посмотреть на цены видеокарты, попускать слюни, 4090 стоит 210К. Но я не рекомендую покупать видеокарты в ДНСе. Говорю вам как человек, который покупал видеокарту в ДНСе. Потому что моя видеокарта, очевидно, была вскрыта до меня. Ну, как бы, вроде работает, конечно, но все равно осадочек остался. А ну-ка, вот мне интересно сейчас, ДНС. Просто на тот момент только у них видеокарты были вот эти. Так, 4080, сколько она сейчас стоит? Я ее покупал за 110, что ли? А она сейчас стоит 137. Инвестиция. Могу продать, получается, даже задороже. Найс. Подожди. Так-то ведь реально ее можно продать. А когда выйдет новое поколение, купить лучше. Это, блядь, видеокарты реально как машины теперь какие-то. Или типа, блядь, квартиры. Да реально инвестиция теперь. У него смешное отражение... БУ дешевле будет? Ну, понятное дело, что БУ дешевле Привет, будет. Привет, стример, ну, типа, выходи за меня замуж, у меня ноутбук за 100К. Ноутбук за 100К? А какое у тебя охлаждение? А кулер у тебя башенный? Или водянка? Термоядерная? Уф. Процессор Байкал? Ё-моё. Ёкарный бабай. А ну-ка, например, CityLink, они продают видеокарты? Видибо карта. 4080. Ноутбуки 4080. А, да? А, да? И сколько... Мама мия. Мама мия. Мама мия. Ё-моё.
Ну, это, блин, всем ноутбуком ноутбук. Ну, такой, наверное, тоже тарахтит, как Жигули. Жесть. Это, конечно, жесть. Но это же не настоящая 4080. Это же, типа, 4080, которая называется 4080, а производительность у нее, как там, я не знаю, у 3060, типа, максимум, мне кажется. Как у тебя то есть. Такой включишь, и пробки в квартире вылетят. Ну да, мне, кстати, интересно, сколько они вообще заряд держат, если игру включить. Там, наверное, минут 20-30 максимум. Раньше, типа, было, ну, зазорно, когда у тебя ноут меньше суток заряд держал. Я прям помню это. Ну как, это очень раньше было. Блин, ну тут так-то реально, спецификации-то. IPS 1440, Intel Core i9 и 4080, оперативка там, тудым-сюдым, почти как мой комп. Юкарный бабай. Правда, они все так уродливо выглядят. Я терпеть не могу эти геймерские ноутбуки, они, блядь, такие стрёмные все. Ну чё это такое? Ну чё это такое, блядь? Два ядра, 2 гига. MCI Titan? Да и пошёл ты в задницу со своим Титаном.